Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Лего Star Wars Пробуждение Силы на 100%. Сегодня у нас по счету должна быть шестая миссия. И не обращаю внимания, что монетки, ну, на тысячу другую отличаются от того, как завершили. Потому что, как видишь, мне стоит один шаг сделать, и ко мне уже летят и магнитом монеты. А мне ж надо еще зайти вот к терминалу и снять картиночку для заставки. Поэтому тысяча другая будет отличаться, я думаю, это... Не критично, правильно. Так, здесь же шестая, да, здесь шестая. Ой, так мало бочонков собрали. Ну, режим свободной игры. 8. 8 сразу. 8. Нормально так. Так, нам надо 3 миллиона накопить, чтобы купить следующий X. Следующий X это X6. Так, давай вот это обычно нужно. Хотя здесь уже не нужен специальный транспорт, да? Ну ладно, пускай он будет. Плевать. Чё я говорил сейчас? Ну вот, сбили со своими самолетами. Не можете сами выбрать, господи. Здесь же не нужен определенный, правильно? Как в предыдущих частях. Здесь любым летаешь и вообще все равно. Тут кроме как стрелять ничего не надо. Ладно. Читали все это, читали. Давай. Иди. Наконец-то. О, сразу. А, это когда все разнесли нам. Да, я помню. А, ну тогда здесь, получается, летный уровень, это где мы будем прям над разрушенным городом летать, правильно? Ну тогда это мы быстро пройдем. Так, сразу белый бочонок мы собрали. Так, мы должны до 9 дойти их. Если у нас есть 9, значит все. Угу. Подождите, не стреляйте в меня, я занят немного. Так, следующий белый бочонок. Ага, за плакатом, сейчас все будет. Да прекратите. Подожди, монетки мои. Ага. Иди в задницу отсюда. Так, ну вот же есть что-то. Давай тебя возьмем. На. Ой, бежим. Слышь, ты чё? Уйди. Давай все разнесем здесь, что можно. Ой. Уже даже с потолка посыпалось что-то. Не настолько все, что можно. Да. В прыжке удары здесь отвратительные. Отвратительные. Так, куда? А какие варианты? Ну, спереди есть, что еще? Давай слева попробуем. Это и есть слева. Хорошо, допустим. Подожди, я проверю вот здесь вот. Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Так, ну давай. Где у нас там BB-8? В какую сторону? Ага, вверх. Все, нашли. Хорошо, а то я уже подумал, что это за портал какой-то странный. Нет, подожди. Стой. Опа, а ты кто такой? Я опять забыл посмотреть, кто этот оператор. Я постоянно про это забываю. А, вот, а я-то пытался сломать. Давай так. Угу. Что ж такое со мной-то, а? Угу. Просто монетки, серьезно. Вот ты ж лоб, конечно. Ладно, просто бежим. О, у нас тут и истинный джедай не собран. А был. Теперь собран. О, нет. Я вспомнил, где мы сейчас будем находиться. Да, с этой статуей рядом. Нет, это ж кошмар. Жесть. Так, давай-ка ты. Понятно, просто монетки. Ясно, все понятно. Ой, фу, а что это за болото говна такого? Фу. Давай так. Да, сердечки тут, конечно, пополняются, но нереально долго. Так, ломаем здесь все. Ничего. Это что за окно? Куда его деть? Понял, ты его просто разбил. Ну, слушай, так и я мог. Для этого силы не нужны. Так, здесь у нас что? Понятно, здесь просто объект какой-то. Так, ну, белые стрелки... Подожди, Ага, во-во-во. Что белые стрелки еще куда-то назад показывают. Давай, ныряй. По-моему, всего один раз было, когда он нырнул и вынырнул где-то в другом месте, да? По-моему, такой всего один раз было. Ой, извините. Это было жестко. Сорян, не специально. Да, я понял, еле BB-8. Понятное дело. Заходи давай. Сейчас смотри, какой сюрприз ему. Я же говорю, сюрприз. Ты зачем это так делаешь? Так, там зачем-то бинокль нужен.
Так, давай, это, наверное, просто сломать, да? Ну, естественно, мечами же не можем сломать, обязательно силу использовать. Уж, слушай, мы уже почти 500 000 собрали. Почему так быстро? Да подожди, я до тебя дойти не могу. Все, кто ты? Ты тоже? Нет, ты не можешь смотреть в бинокль, давай ты. Что ты там высматриваешь? Камень? Вот это интересно. А, бочонок. Вы вот так его запрятали. Так, давай здесь построим. Хорошо, монетки собрали. Слушай, даже не особо собираем монетки, уже почти 500 000. Это вообще шикарно. Еще 1 000 000 мы довольно-таки легко накопим. О, спрыгивай, что ты там? Ты что, спрыгнуть не можешь, серьезно? Смог. То есть ты буквально хочешь спрыгнуть. Так, слева или справа? Давай слева. Что это, шутка? Термальный имплодер? А, зачем я читаю? Мы же это уже читали. Тюк. Мы же пока, да, сюжет проходили, уже все прочли. Так, я так понимаю, справа я теперь не смогу что-то построить, да? Только не говорите, что это бочонок таким образом потерял. Нет, хорошо. Да-да-да. Это я помню. Прикол. Он не побоялся тортик с огнемета поджигать? Не? Ну как бы он бы расплавил... Как его, сливки? Они бы в карамель превратились. Это зубы пообламывал бы. Ладно. Да подожди, я тут еще не все посмотрел. Вот мне справа сзади куда-то показывают. А где там столько стрелок-то показывают? Это, наверное, по кругу надо обходить, да? Понятно, это, видимо, по кругу надо. Появлялись бы стрелки постепенно. Да хорош по мне стрелять. Ой, ну тут, я вас умоляю, тут вообще легче легкого. Ага, снайпер только. Единственная проблема у нас тут. Да-да, промазал. Вот, да-да-да, мы вот здесь вот летать и будем, я вот про это и говорил. Над разрушенным городом. Разрушенной базой, как хочешь. Ой-ой-ой. Это я что-то испугался немного. Ой, до 5 вот так вот легко будет. На-н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 а. Но это же пират, это же злодей, правильно у нас был. Почему он нам помогает? Так, ты можешь переключаться по одному, а не по два? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прокатит? Не прокатило. Ну и ладно. А как? Ага, вот так. То есть ты... Да прекрати. Он почему тут по два человека переключается? Не, подожди-ка. Давай так. Снайпера, наверное, надо убрать, да. Куда ты там, слышишь? Так и что с тобой-то делать? С тобой-то мы ничего не можем сделать, правильно? Хорошо, да-да, давай здесь поменяем немного. Ага, вот это вот, по-моему, надо было сломать, но это далековато, да. Ай, да заколебал ты уже. У меня опять золотая монетка, почему? Или это уже бронза? Да плевать в целом, она ничего не решает. Вот я помню, в прошлый раз я тоже с этим приколом застрял. Что тут надо сделать? Нет, прекрати. Вот это вот, можно что-то сделать? Да я понял, что туда этот персонаж нужен. Но а что мне с тобой это сделать, заколебал? Ага, промазал. Ну вот не понимаю, точнее не помню, что там надо было делать. А, стоп, по самой пушке попадать? Чё за бред, а нахер тогда там силовое поле рисовали-то, а? А сейчас мне что делать со статуей, если... Ага, все понял. Вообще, чё за бредятина? Какая же тупость, а? Нахер вы рисуете силовое поле, если... Да выгляни ты, бросай давай.
А в земле бы такой мятины не осталось бы от статуи. Статуя скорее разбилась бы. Небольшая вмятина земля была бы, но небольшая, не такого размера. Да вы что, прикалываете, что ли? А как мне сзади все собрать? Сейчас должны, по идее, свободное время дать, когда бы мы успели это все собрать. Да прекрати. Прекрати направлять куда хочешь, а. Есть конкретная цель, куда я направляю. Где там следующий огнеметчик? Во. Мне надо по нему урон наносить, они мне направляют на обычных штурмовиков. Заколебете. Все, хорошо. Все, я свободен? Да, свободен. Мне сресени монетки дали. Такое ощущение, что обратно вернули до золотой, с чего бы вдруг. Ладно, странно. Давай-ка здесь все сломаем. А, это статуя, это, конечно. Здесь у нас что там нарисовано? Ага. Ты так сильно напрягся просто, чтобы убрать это крыло. Угу. Это, наверное, для юмора сделали, да? Вот эти вот мелкие какие-то осколки. А, я мог за бластер еще сесть. Ладно, допустим. Но у нас здесь не найдено, и потом туда еще дальше показывают. Дальше это я не знаю куда. Это еще по кругу, что ли, надо будет пройти. Одна из трех. Опа, вот это нежданчик. А я таких не видел больше. Вроде. Ну вот сзади что-то показывают. Давай-ка на всякий случай сбегаем назад. Сейчас он не пригибается, сейчас он спокойно бежит. Потому что у таких вот мадам я больше не помню. Вот я в самом начале, возможно, мог пропустить. Вот здесь вот. Да-да-да-да-да, я же сказал. А сейчас бы просто убежал. Мадемуазель, становитесь. Да, пожалуйста. Так, а теперь вон туда вдалеко надо уйти, правильно? А сколько это будет? Ага, одна дамочка и один белый бочонок. Все, как раз таки там будут. Это будет 8. Подожди, а нам надо 9. Что-то одного не хватает. Подозрительно. Возможно, там еще будет одно такое болото, в куда надо будет занырнуть. И выплывем в другом месте, как раз таки там, где будет белый бочонок. Да, потому что во втором этапе у нас не собран белый бочонок. Только один. Давай ты. Где ты там? Ну капец, ты застрял, серьезно? Вот, ну, то есть огромное у нас поле и всего одна колонна, и он именно в колонну встал. Молодец. Так, это меня теперь напрягло, подожди. Все-таки тут белый бочонок и вон одна дамочка. А, нет, все, это 9. А как я тогда так просчитался? Да подожди ты. Да дайте про... Господи, серьезно, ну камни? Ты не можешь перепрыгнуть пару камушков? Куда вы мне касцену включаете? Ну вы видите, что я занят. Отлично, все. А, какой код убери? Не хочу никакой код вводить. Сохранить, выйти. А, и сейчас надо в следующий этап зайти. Просто сейчас это битва с боссом. А ты знаешь, что мы его быстро победить не можем. Это специально нужно касцену ждать и смотреть. Как сначала он нас будет несколько раз бить. Потом мы собираемся силами. Потом его бьем. Потом он нас опять бьет. И так 6 раз. 6 раз. Не будем просто на это время тратить. Так быстрее будет. Вот это, конечно, разочарует. Почему плюс-минус одни и те же модельки собираются? Одно и то же, ну... Неужели креатива больше не хватило ни на что? А, так, вот здесь вот. Шестая. Шестая, говорю. Свободная игра. Небо, да. Там остался один красный кирпичик и один белый бочонок. Итак. Хотя зачем мне тут персонаж? Я не знаю, если мы летать будем. А, да-да-да, вот этот... Но нам дадут оранжевый, черный, да. 36%. Слушай, это мы почти... Это мы 5% с прошлого раза прошли? Да не. Хотя, ну сюжет довольно-таки много... Он сюжет довольно-таки быстрый. Но при этом он очень много процентов дает. Почему? Потому что там аж 10 бочонков. Ой-ой-ой. Там аж 10 бочонков. Ага. И один красный кирпичик. А это довольно-таки много чего.
Так, зачем я на это переключился? Это вообще говно. Так, ага, нам надо все вот эти вот сломать. И там с фиолетовыми надо, понял. А у тебя есть фиолетовые вообще? Ну, видимо, нет. Видимо, фиолетовые нам надо здесь где-то лутать. Ну, хорошо тогда. Да куда? Конечно, развернись. Ясен хер. А почему он вообще туда полетел? Я на него вообще только что переключился. Нет, пока стрелять не будем. Подожди, нам вон там что-то надо. А как нам, что там можно забрать? Каким образом? Ну, это единственный вариант был влететь вот так. Он внутри статуи? А что я сделать должен? Наверное, я сначала вот этих разнести должен, а потом нам уже дадут и розовые шарики, и все остальное. Так, вон там у нас слева что, белый? Ага, белая стрелка, все, понял. Мне нравится, как он над водой летает, как сделали. Вот это прям вообще круто. А еще мне нравится, что здесь не тупо невидимая стена, а сначала предупреждает, что надо развернуться. Вот это тоже прикольно. Так, еще один. Хорошо. Ой, это прям столб был. 160 тысяч, просто полетав немножко. Угу. Нам специально, что ли, эту сцену показывали, чтобы красный кирпичик собрали. И он прям там появился, серьезно? Он прям так и по... А как я мог этого не заметить? И все. Говно вопрос. А где розовые шарики-то собирать, алло? Опа, 3 из 4. 4 из 4, и что это дало? А где мне розовые шарики брать? У тебя, что ли? У тебя же нет розовых шариков. А ну-ка. Там же Enter надо нажимать, правильно? Это ж не розовые шарики у тебя. А, они сами разворачивают тебя. Прикольно. А я тут не могу нажать и держать, чтобы забрать. Подожди. Не понимаю, где мы тогда их должны взять. Я их пока не вижу. Так, я под прицелом, кошмар. Фактически мы сейчас просто собираем монетки. С собой снес, красавчик. А я не помню, чтобы мы корабли ломали вот так вот. Что-то это как-то слишком жестко, смотри. Это сложновато. Я такое не помню. А еще мне надоело, что он постоянно вперед летит, летит, летит. Задолбал. В предыдущих частях мы и сами могли решать, лететь или нет. Ну, не на всех, конечно, кораблях, но все же. Хорошо. Так, что-то вы далеко улетаете, ребят. Ни хрена себе, он такой плотный. Так. Да-да-да, я разворачиваюсь. Ой, спасибо, мох и сам. Нет, подожди, тогда я не понимаю, розовые шарики с собой, что ли, надо было носить? А какой самолет для этого мне надо выбирать? Смотри, я нажимаю Q, просто закрывает глаза. А вот и баги. Так, хорошо, во-во-во, зеленая стрелка, это, наверное, где? Зеленая стрелка для чего? Это кого спасти, видимо, надо. А розовые шарики-то где взять? Алло, что, издеваетесь, что ли? Ну, мне надо троих этих спасти, я понял. Ну, по-моему, на этом миссия и заканчивается, нет? Она тут супер короткая. Так, мы первого спасли. А куда ты так летишь, а? Стоп, там розовое показалось. Ага, вот оно, увидел. Отлично. Все, а то вы сейчас зря просрали. Так, хорошо, первое есть, отлично. Прикинь, краем глаза заметил. То есть мне это где-то на земле... Куда ты так? Ага, вот. Это вас сносить прям надо. Слушай, да это неудобно. Особенно, когда он вот так вот крутится. Да подожди, не прицеливайся в меня. Я так еле-еле собрал этот розовый шарик. Так, хорошо, и где еще? Ага, вижу, вижу, стой, 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 стой. Ага, розовый шарик. О, даже два есть. На всякий случай возьму два. Может, хотя бы один вернут, если меня подобьют. Подожди. Так, есть, отлично. Давай покинуть эпизод.
Так, ну все, мы собрали все, что нам необходимо. Правильно, правильно. Мы молодцы. Угу. 60 тысяч не хватило для еще одного икса. Ладно, давай сейчас чуть-чуть пробежимся. Буквально чуть-чуть, потому что у нас и так иксы есть. Эти 60 тысяч, это, считай, вообще ничто. Здорово, что они предлагают еще раз покинуть эпизод. Точнее, что одна кнопка есть, покинуть эпизод. Ну, спасибо, я до этого так и сделал. Вы завершили уже уровень. Угу. Вы дали уже награды. И такие после этого спрашиваете. Завершить эпизод. Конечно, тем более один вариант у нас. Сейчас пробежимся просто по округе немножко. И соберем. 60 тысяч, это сколько? Синяя это 1000, но учитывая, что у нас X8, это 8. То есть почти 10 синих. Да. Да, так очень легко будет, смотри. Просто бежим. Бежим. Хорошо, хорошо, собирай себе. Ой, еще одна синяя. Так, ты... Мне не нравится, как ты тормозишь с мечом. Опять какая-то планета появилась. Опа! А я увидел, что это гривы. Ранкор. За 500 тысяч, конечно, да. Ага. Я думал, это Гривус. Хотя бы уж. Опа, да-да-да, так побыстрее будет. Хотя не особо. Я знаю, как быстрее будет. Давай так. Погнали. Сейчас быстренько проедемся. Пособираем мелочь, которую рассыпали. Так, хорошо, хорошо. Задания, которые выполнили, уже исчезают, правильно? А там висит задание, которое мы уже начинали. Значит, мы его не выполнили. Плохо. Подожди, 3,5 миллиона? А, капец, вот это я провтыкал. А, все, 3,5 миллиона, все правильно. Мы же 3 копили. Откуда сейчас 500 000 взялось? Привет, а ты кто? Рэй в детстве? Вот я смотрю, да, на Рэй похоже, только какая-то карликовая Рэй. Нормально. Откуда мы взяли столько денег? Что-то... Так, подожди, я на монтаже пересмотрю. Откуда у нас взялось так много? Откуда-то просто раз и пол ляма взялось. А, так, детальки X6 хорошо и включить. Кстати, что мы там понасобирали? Быстрее строительство? Нет. Быстрее взаимодействие? Нет. Уничтожение при касании? Что? 200 тысяч всего. Посмотрим. Супер детонаторы, мега смешные мечи, супер сила, смешные торпеды, писклявые голоса, мечи в стиле диска. Да, прям такой выбор, не знаешь, что взять. Ладно, давай посмотрим, что такое уничтожение при касаниях. Может, это не надо будет ничего бить, просто прикоснулся и оно сломалось? А ну. Может, BB-8 хотя бы... Да ты, ну в пустыне, ну во что ты мог врезаться? Да, это просто прикоснулся и сломался. Замечательно. То есть нам не надо никакие ремиссии начинать, ничего. На этом завершим. Все ссылки в описании, можешь написать любой комментарий, поставить лайк, чтобы видео продвинулось. А также подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Ты что делаешь? Какой? Давай на его самоубийствах и остановимся. Все, скоро увидимся.